Ребята, посмотрите, какая к нам приехала мощь. Компания «Ангар Авто» привезла нам наверняка что-то невероятное. Игорь, здравствуйте. Как настроение? Рада вас видеть на мотозиме. Взаимно. Настроение отличное. Сегодня второй день выступаем. Посетителей. Фотографировалось все. Обращать внимание на стелсовские снегоходы и питбайки. Замечательная техника, просто это просто вот мощь. Расскажите, а вы на мотозиме, на мотовесне впервые? На мотовесне мы были в прошлом году, и в этом году вышли на мотовесень. Ну, я вас поздравляю. Как вы относитесь к тому, что зимой проходит мотоциклетная выставка в России? Начинается сезон, люди ищут снегоходы, и это все еще актуальная история. То есть активный отдых, он развивается, и это прекрасно. Расскажите об этом снегоходе. Он просто какой-то невероятный, такая новинка. Что это? Почему вы выбрали именно его для вашего стенда сегодня? Мы его выбрали, чтобы с ним сфотографироваться. Он очень эффектный и большой. Если серьезно, он стелс, ТВ-850G, мега-мощный, суперпроходимый. Его поменяли колеса, можно сменять резину. Друзья, подходите все на стенд компании «Ангар Авто». Здесь большой, красивый, невероятно мощный снегоход. Вы все можете свободно сфотографироваться, пообщаться с Игорем. Он вам все расскажет, покажет, потому что зимой можно так же активно отдыхать, как и летом. Игорь, спасибо, хорошей вам выставки. Ждите большой наплыв посетителей. Сегодня у нас суббота, самый горячий день.